Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier изменить режим увлажнения. Их всего есть несколько. Вы можете управлять режимами увлажнения либо же на самом корпусе устройства, то есть вот корпус устройства. Здесь есть круглая большая кнопка, которая включает, точнее меняет режимы увлажнения. Нажав на эту кнопку, вы можете изменить режим увлажнения, с помощью которого будет увлажняться воздух в вашем помещении. Также вы можете войти в приложение Mi Home, подключиться к своему умному антибактериальному увлажнителю воздуха. Так, у меня все в капельках воды, но не суть. И что вы должны сделать? Вы должны спуститься вниз, и здесь вы увидите все режимы увлажнения. Первый режим – это низкая скорость, скажем так, низкая интенсивность увлажнения воздуха. При этом струя небулайзера, я не знаю даже, как это сказать, потому что у нас распыленный воздух, это не пар. Но, в общем-то, струя вот увлажненного воздуха, водяная струйка, она будет маленькая, то есть маленькая, тоненькая. Если вы включите режим средний, значит, ну, струйка это будет средняя. Ну и высокая интенсивность, конечно же, это максимальная интенсивность увлажнения и увлажняет воздух очень быстро. Есть также регулировка по уровню влажности, где вы настраиваете, какой уровень влажности поддерживать. Самый оптимальный уровень влажности, например, на работе, это от 40 до 50% влажности. Вот здесь вот вы можете увидеть, какой вы уровень выставили. Видите, 45 у меня сейчас. Давайте выставим до 50, например. И теперь, когда он будет понимать, что влажность в помещении упала ниже 50, он будет автоматически включать какой-то из режимов увлажнения, тот, который он посчитает нужным. Вот, в принципе, вот так вот это работает. Ну, а на самом увлажнителе, как я уже говорил, относительно того, что вы здесь настроили, тоже можно это все менять. То есть первая кнопка, когда все горит, это как раз-таки режим влажности. Второй режим, видите, это режим, ну, вернее, когда горит только часть четверти светодиода. Это обозначает, что у нас включен режим низкой интенсивности, режим средней интенсивности, режим высокой интенсивности, ну и, собственно, режим просто поддерживания определенного уровня влажности. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!